Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan F Music, и сегодня мы с вами послушаем Риза Уроборос. Что за название ебанутое? Риза, спустя полгода, наконец-то, дропает трек. Напоминаю, что за эти полгода произошло уже пиздец сколько, но мы сами по-прежнему те же самые фанаты творчества Ризы, которые охуеваем с его музыки и по сей день, слушаем ее по сей день и восхищаемся им по сей день. И никакая агония, ничего его все равно не перебьет и никогда. Вы знаете, Риза здесь высоко уважаемый артист. И вот, наконец-то, дроп спустя полгода, спустя, блядь, месяцы выгорания артиста, новый дроп. Что я жду? Тяжело сказать. Охуеть, что это такое? Блять, ладно. Тяжело сказать, потому что синглы Ризы — это непредсказуемая хуйня, которая никак не относится к его альбомам. Альбомы всегда один вайб, синглы всегда другой вайб. У него было так всегда. И, наверное, я ожидаю, типа, продолжения истории Spunked, Life I Live, Insaniac, но что это будет на самом деле, хуй знает. Вряд ли это будет что-то типа продолжение Безумия Бездны, я в эту хуйню не верю. Я думаю, что это что-то свэк тема от Ризы, знаете. Если что, время прям вообще вот только что трек вышел, поэтому все оформлено хуёво. Но я подождал хотя бы, чтобы чуть-чуть оформили нормально, поэтому, ну, вроде заебись должно быть. Все, если что, в телеграм-канале будет у нас голосовалка по поводу новых треков, поэтому заходите, голосуйте. На Твиче нас сейчас смотрит 19 человек, 20 уже. Вот, ну там куча всего интересного происходит. Ну и про Discord с Boosty не забывайте. Все, я терпеть уже это не могу, поэтому мы начинаем. Нихуя, сейчас звук. О! Я удивлен. Подшарил, блядь. Это хорошо. Блядь, хорошо. Бля, какой-то двашки вайб. Типа какая-то непонятная хуйня. Подожди, я правильно понимаю, что вот эта вся хуйня Е бабки Гуччи Мейн, это какая-то хуйня, да, рандомная от людей придуманная? Кто прод? Блять, интересный вопрос. Бля, ну это объективно что-то неожиданное от Ризы, как будто никто такого не ожидал. Что-то новое. Так, что это такое? Бит Вани Нил Янга 21 года, а также есть такая штука. Ого, Шелзин откопал нам нахуй, респект. Бля, мне вот такая реализация больше нравится. Тех же своров да тут откуда. Бля, короче, не буду это фул слушать. Take Love, Loner. Пиздец. Пиздец. Вот вам и биф нахуй. Во-первых, бля, короче, тут надо побазарить. Тут мы сами надолго нахуй. Давайте так. Поставьте цифру этому треку. Понимать? Потому что в чате вроде не зашло. В чате людям вроде не зашло.
Вот это тот момент, когда Риза дропнул что-то сомнительное. Я с вами соглашусь. Что-то сомнительное. Причем сомнительное не с точки зрения даже качества, а вот того, что это либо не зашло вообще, какую-то хуйню дропнул, либо это что-то типа, ну, на выкуп, наперед. Я хуй знает. Ебать, полетели цифры. 5, 10, 8, 0, 5, 4, 4, 10 всегда, понятно. 8 и 5. ХЗ, мне кажется, сейчас сейчас как двашки. Сейчас не очень нравится, а потом как будто охуеть меня выебет. Вот, блядь, да. 4, 7. Короче, есть семерки, есть ниже пятерки много. А есть прям высокие. Капсайз, да, после Ризы. Я, ну, 100% надо переслушать, какая-то непонятная хуйня. У меня, я словил вайбы двашек, в плане, что как будто это что-то непонятное. Тоже как и двашки в целом, для начала. Еще мне кажется, что Риза тише бита. Реально есть, лол. Неужели? Емельян, отлично, спасибо. Респект, друзья. Бля. Вот, несмотря на то, что это какой-то прикольный звук от него, какая-то реализация скучная, пиздец. Я хочу добавить этот трек себе. Мне кажется, его можно расслушать. В общем, нет. Я думаю, что его можно расслушать. Но он очень странный. Это охуенная строчка. У меня, кстати, это что могу юзать банборд. Он же, блядь, банбордил вроде на стримах. Но он, как видите, не в бане. Тут вот этот фирменный резин избивания ритмические, ну, типа, они намеренные. Ну, не то, что намеренные, резин просто похуй, мы его за это и любим. Меня не минус вайбит лично эти сбивания, но тем не менее, как по мне, реализация какая-то слабая, мне кажется. Припев, кстати, вот эта хуйня, вот две первые строчки, ебать рабочие на самом деле. Вот вы сейчас пиздите, и на припев в том числе, а потом вы всю следующую неделю будете ходить напевать эту хуйню. Я теряю то, что не хочу терять. Море меньшего начало отбивать меня. Это пиздец работает просто. Ну и все, как бы я сразу хочу сказать. Что вот эта хуйня у вас из головы не вылетит. Кто пиздит пиздатый трек? Блять, ты не один в чате! Ты не один в чате, посмотри на чат. Весь чат пиздит, ты не один в чате, нахуй. Бля, сомнительный дроп. Правда. Сомнительный дроп. Я вижу только шел здесь себя в чате. Понятно. Не удивлен. Вот. Ну, разочарование, наверное. Но я не удивлюсь, если через неделю, типа, это я пиздец буду репетить и на самом деле потом пересмотреть реакцию и говорить, какой же не выкуп. Но на данный момент это для меня интересный какой-то звук, трек типа двашек, сомнительная реализация, припев рабочий, мне кажется. Все, что могу сказать. Ну, бля, такое. Ожидал большего. Типа как камбэк, это странный камбэк.
Но, наверное, радует радует тема, что синглы больше не ассоциируются только с ебаным гипертрэпом. То есть это... Я раньше, ну, всегда понимал, типа, что сингл, значит, опять гипертрэп ебаный. Типа, панк, вот эта вся хуйня, Life and Leaf, Insaniac. Потому что в последнее время так и было. Сейчас все, от этой темы отошло. Хотя, ну, типа, ну, просто тайп бита какой-то странный. Прикольный. Ну, как оно как означает? Типа, бит еще в 21-м году был. Ну, ладно. Вы поняли, друзья. Вы поняли, друзья. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Обязательно оставьте комментарий, напишите, что вы думаете по поводу этого трека, потому что мне реально очень интересно почитать ваше мнение. Цифру напишите треку, как он вам зашел, что думаете, какие-то мысли, потому что неоднозначный дроп от Ризы. Вот точно неоднозначный дроп. Ожидалось чего-то другого. Поэтому я жду ваши мысли 100%. Также не забывайте их высказывать в Телеграме, ссылка тоже в описании. Не забывайте про Twitch, Boosty и Discord, все ссылочки тоже в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афан Арт Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем.